Управление по делам молодежи провело очередной сход молодых граждан, который состоялся в станице Каладжинской. В станице проживает большое количество молодых людей. В Доме культуры работают различные кружки по интересам, так что активной молодежи скучать не приходится. На этой встрече говорили о молодежной политике, которая реализуется на территории Лабинского района. Организаторы подсказали юным каладжинцам, по каким вопросам можно обращаться в Управление по делам молодежи. Мне очень приятно, что получился очень такой открытый, может быть, эмоциональный, динамичный разговор с молодежью. Мы услышали много нового, познакомились со всеми основными направлениями Управления по делам молодежи, которые мы ведем. Мы слышали вопросы в свой адрес, мы отвечали. Естественно, было интересно послушать доклад координатора по работе с молодежью Округиной Светланы Федоровны, которая рассказала, представила презентацию о работе на территории сельского поселения. Сегодня мы услышали пожелания молодежи Каладжинского сельского поселения. И, конечно же, как организация, которая отвечает за создание условий для молодежи на территории муниципального образования Лабинский район, мы постараемся им помочь в решении многих вопросов. Специалист по работе с молодежью Каладжинского сельского поселения Светлана Округина рассказала о том, какая работа выполняется в поселении. Во многих мероприятиях активно участвуют собравшиеся в зале активисты, поэтому сход прошел в доверительной атмосфере. Молодежь задавала волнующие вопросы, многие из которых нашли свое решение сразу. Приходом нового координатора заметно нам, как организации, которая курирует направление в области молодежной политики, здесь явно прослеживается положительная динамика. И мы надеемся, что Каладжинское сельское поселение в перспективе окажется одним из сильнейших поселений в области реализации молодежной политики. Молодежный актив поселения считает, что такие собрания просто необходимы, ведь благодаря им местные власти лучше узнают о том, что сегодня волнует молодое поколение. В плане молодежной политики, ну грех жаловаться, тем более сельское поселение небольшое, и, соответственно, нашему контролирующему помогаем, чем можем, собираем молодежь по возможности, опять же, совмещаем с учебой что-то. Вот. Ну и в плане, конечно, работы здесь на месте было бы неплохо разобраться именно здесь, чтобы молодежь работала теми же промоутерами. Конечно, много решилось именно интересующих вопросов, именно вопросов, которые волновали, которые решать нужно, их нужно выносить выше, чтобы, естественно, эти вопросы решались именно по сегодняшнему мероприятию. Подобные сходы молодых граждан Лабинского района с представителями власти состоятся во всех поселениях нашего района. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».